Всем привет из солнечной Анталии, точнее Алании региона. Решил начать снимать свой блог. Не знаю, что получится из этого. Просто в последнее время много получается путешествовать. Почему бы не снимать на память хотя бы? Вот. Я живу на пляж Клеопатра номер 2. Это другой пляж, на другой стороне горы с крепостью. Вот время у нас сейчас почти 5 часов вечера, поэтому немножко темновато. На самом деле мой пляж красивее, чем здесь. Но здесь красивый вид, зато открывается на горы. Вот. Вот там море. Песок, а пальмы в другой стороне. Вид, конечно, очень красивый. Вот, немного солнце, правда, за тучки ушло, но сейчас пройдет. Наверное, из-за гор вылезли. Это такой причал, лодочки. Это вот гора. Очень красивая. Она не крепость какая-то, я даже не помню, как она называется. Вот, на ней, на этой горе, дома. Очень красиво выглядит, как в Италии. Немного видов. У нас сейчас март, 5 число. Погода днем 20-24, достаточно тепло. Ну вот, насчет нашей пандемии и вот этого пердемонокля. Здесь, конечно, все ходят в масках, ну как все. Кто-то в масках, кто-то нет. Вот полицейских туристов не пристают, комендантский час на нас не распространяется. Вот. Цены. На самом деле дешевле жить в Турции, чем в России. По крайней мере, в центральной части России. Ой. Теперь вы видите всю красоту. Здесь такие вот кораблики, они везде. В Алании, в Кемере. Экскурсионные, скажем так. Они практически на целый день. Ну вот, и выплывают, и катаются. Не, раз три, наверное, четыре катался на таких. Вот, посмотрите, какая красотища. Погода, кстати, очень даже приемлемая. Днем 20-24. Вот, единственное, что вечером прохладненько. Ну, легенькую курточку, жилетку накинул. И очень даже неплохо. Насчет заведений, баров, клубов. Здесь, конечно, немножечко сейчас проблемно с этим. Вот, но со 2 числа правительство Турции, скажем так, в туристических зонах, провинциях разрешило, чтобы было. Открылись кафе, бары, то есть можно посидеть теперь не только на вынос. Вот, до 7 или до 9 часов вечера, точно не помню. Так что жизнь налаживается. Но тесты продлили, тесты нужно сдавать перед вылетом, получается, из России и по прилету в Россию. Я живу вообще на другой части этой горы, как уже сказал. Но решил дойти до сюда, посмотреть. Вот хотел уже возвращаться, но думаю, не. Пройдусь-ка еще посмотрю. Коль уж на этой стороне. Ну, идти тут недалеко за эту гору. То есть, если нормальным шагом, то минут 15. Вот. Ну, здесь красивенько тоже. Вот. Насыщен, народу много. Много местных.
европейцев. Ну, конечно, русских, без русских никуда. Цены здесь немного дороже, чем в том же самом Кемере, например, в прошлом году, в сентябре. Чуть-чуть дороже, то есть там процентов 15 примерно. Скажем так, Алания, она более европезирована для меня оказалась. Вот. Здесь, наверное, чуть интереснее, конечно, сам город побольше. Вот, чем Кемер тот же самый. Вот. Но везде хорошо по-своему. Вот. Классненько. Самое главное, погода хорошая. То, что у нас на российских Яндексах и так далее пишут, что типа там погода, там дожди могут быть. Это не так. Вот, с самого утра солнца. Вот сейчас немножко вот затучка на ушла, но он выходит, вы видите. Мне, конечно, еще пилить на обратную сторону этой горы. В обход, конечно. Вот, но сюда сходил, посмотрел. Красиво. Ладно. Кстати, вон там, вон название. Вот, сейчас попробую показать пальцем. Вот. Алания. На горе, как в Голливуде написано Голливуд, так тут Алания с сердечком. Классно, красиво. Паровозик с детишками поехал. Ну, для детей в Турции всегда все создано было. Вот, все условия очень здесь хорошо для детишек. Поэтому, кто раздумывает, собирается, езжайте, не думайте, прям в ближайшее время погода в этом году хорошая. Многие отели, кстати, не знаю, сезон связан с коронавирусом, скорее всего. Но, к сожалению, они закрыты. Я планировал ехать в один отель, бронировал. Потом мне позвонили, сказали, что сори, мы поселим соседний, если желаете. Одну выбирать не приходится, как говорится. Но они прям друг с дружкой соседи. Мечеть. Вы понимаете меня? Да. Артем, у вас нет времени для меня? Время? Ну, сейчас вот нету. Почему нету? Ну, потому что я сюда приехал отдыхать. Вон, снимаю, видите? Это мужчина с женой хотят выучить русский язык. И... Да, и просят меня, чтобы я им помог с русским языком. Спрашивают, есть ли у меня время на это. Кто он? Ютуб. Реклама льется. Где твои родители? Дома. Дома, в России? Да. У вас есть брат или сестра? Брат и сестра. Хорошо, мой друг. Three children. Three children. Three. Yes. Один, два, три. Да. Ты не женат? No. Нет. А чего нету? Рано. Кто по профессии? В общем, он рассказал, что это его профессия. Сапожник, наверное, как у нас тут переводится.
Вот, правда, я не знаю, сколько тут берут. Блогер. Камера? Yes. Артур, у меня я смотрю, к вам можно? Можно. Я хочу или я желаю выучить или изучать русский язык. Можно помочь мне? Помогаю. Помогай. Когда или где? А, сейчас и здесь. Нет, сейчас у меня нет времени. Моя жена, она, я и моя жена гуляют. Я тоже сейчас гулять пойду. Я теперь знаю, где вы находитесь. Я, может, завтра сюда к вам приду. Вы тут будете вечером? Завтра? Завтра? Tomorrow. Да. Где? Здесь. Нет, здесь. Нет? Нет. Если ты хочешь, и ты идешь в мой дом, есть хлеб, пить. В гости. Гости. Ты хочешь, ты будешь? Нет, мы еще мало знакомы. В общем, турки очень забавные люди. Мне они нравятся по характеру. Вот. Хотят учить русский язык, потому что в основном приезжают русские, как бы, и нужно общаться с ними. Вот, а работа, так сказать, без русского языка не идет. Но он и так очень хорошо знает ее. А вот. Поэтому я, наверное, завершаю на этом сегодняшний выпуск. Пробный. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Буду пробовать еще. Всем пока. Помахайте рукой, пожалуйста. Одна минута. Помахайте рукой. На камеру. Они с вами тоже прощаются.